Yerindədir. Möhkəm bağla. Bağladım. Al nişanı. Aldım. Nişan xətti ilə gözlə. Gözlədim. Yaxşı düzgün meşin almışsanmı? Almışam. Al qaralı. Aldım. İndi hərəkətə gətir, çatmağı. Gətir. Okay.
в пролете 34. Подавала туда, значит, бетон, 3 крана. И вклали мне 95 бадей. Когда выварили, значит, бадю, и бетон, значит, и растоптали, я вижу, упала толь. Я, значит, пошла, подняла. Подняла, стала только оборачиваться, обратно идти. Когда, значит, этот самый щиток протонул туда, за каркас. И туда меня, значит, тащил. Я сейчас, значит, хватилась за это, за лестницу. А рука моя и спрысает с лестницы. Это и все, значит, попугались. А там была, значит, гудронщица девочка. Сейчас кричала, этот подскочил кулик, и меня, значит, подхватил. Вытащил меня, я уся в бетоне, мокрая, значит, вот я была там за каркасом. Мокрая, бетон, это все лицо было, это самый гудроном меня руки попекло было. Значит, вытащили и наверх меня, убадю наверх. Я пошла, значит, в сушилку. Ну, сушилась там возле печки, это печка там была такая маленькая. Я обратно в бетон, это самый сделал колодец то место, досками забили. И опять стала 3 крана давать. И опять же на свое место и до смены, до 12 часов. И наградили меня за то, значит, орденом Ленина за выполнение, при выполнении плана. Сооружения гидростанции Плотина являются лучшим памятником великому строителю коммунизма, первому электрификатору Союза, товарищу Ленину. Мне 63 года. Я получил хлеба 916 пудов. Когда привозили мне хлеб, была митинга, торжественный праздник. Так как честные колхозники будут работать, как я работал. Мы ведем работу беспощадную, несмотря, что у нас нет мужчин. А я ж чувствую, куда я приехала, и что наши вожди говорят,
И они все-таки золотые слова говорят. И надо записать, и надо в голову взять. И дома приехать еще надо рассказать. И хочется так и сделать, как вожди говорят. Хочется, что колхозе так поставить. А и думаешь, и сзади-то ты помнишь, но большевики не велят назад вертаться. Что трудности прошли, это не напоминай. А вперед шагать, думаешь, что так. А надо, как может быть, надо это пережить еще. Надо достигнуть еще. Надо уметь подойдить еще. Вот тут-то вот и вопрос. И ты это все в голову возьмешь, и невольно слезы пойдут.